Поставим перчаточки. И у тебя как там повязки? У тебя вместо повязок что дается? Классовое снаряжение. Вместо повязки у меня плащ, плащи у нас. А, я понял. На, у тебя, кстати, крутые плащи, по-моему. Да. Ну только у меня какой-то такой оборонный. Револьвер, конечно, выглядит как это самое. Довольно странно. А я все равно стреляю Так, лучше. сейчас смотри. Нам можно идти по основному заданию, а Так. можно просто исследовать. И тут, если ты посмотришь на карте, тут всякие... Это всякие разные. Но я предложил, на самом деле, вот это вот «Пора домой» включить. Ну, то есть основную сюжетку, которая здесь поблизости. Давай. Блин, а тут Красная рубеж. война, пора Какая-то домой. красная война. Не, подожди, это не то. Плохой прием. Падшие пытаются заглушить все коммуникации, найти источник помех, увидеть. Давай сначала вот этот, который поблизости, миссию выполним. Пора Вот это вот. домой, это, короче, не сюжет. Красная война сюжет. Так, я... А, да, точно. Помогите Так, ну, в усилить сигнал. общем, какую Давай хочешь? усилим сигнал сначала, а Ну, то есть, потом пора по домой? сюжету пойдем. Пора домой. Мне кажется, знаешь, мы его выполняли уже. Вот эти вот какие-то мы глушилки убивали. То есть вот эти ивенты. Три штуки. Ну, посмотрим. Ага, давай А то глянем. вдруг Давай. нет. Ну а если Так, да, я то вижу скажи, право. просто решили еще раз пройти. Я не Все успел. знали сразу. Да, мы осваиваемся. Мы в первый раз здесь. Имеем право. Гранта ни по кому не попал. Ого, там какой-то Так, злой все, я парень. за тобой. Я его убил. Это между собой воюет. Легионер конченый. Ну, типа, пуля улетает от него не хуже, чем у всех Тут остальных. этот лидер какой-то. Сильный прям справа от тебя. Добить Я тебя чуть-чуть понял. осталось ему. Проляк. За него дали... О, господи, за него еще... О, О, лут вылетел. Ты сундук взял? дали, да-да-да. Ага. Дайте мне хорошую какую-нибудь автоматическую винтовку. Я револьверы... Так тут еще Люблю, какой-то конечно. супер крутой. Я сейчас дуркану, серьезно. Если они не успокоятся... Ну, вроде они успокоятся. А, ты уже дурканул. Ясно. Хорошо. Полетели только в путь. Просто всех нашинковал. Но мы еще не приступили к игре. Не, смотри, еще прибежали. Причем Ну реально да. до хрена. И что-то все на тебя прям налетели толпой огромной. Я только что 7 человек. Красиво. Это было вообще топ. Я побежал, что-то их реально до хрена тут. Я умер. Да, я вовремя убежал, короче. Так Не, что-то мог бы как-то тебя прям спасти? безлимитно много. И такой И в общем издалека там... пью, 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 пью. Ну, у Но меня нам же там что-то надо снайперка, она сделать. хоть. Там надо приступить к игре, нажать, когда вот на А, эту точку подбегаешь. еще бы нажать на нее успеть. К нам бежит призрачный. Ой, я желтого добил, Дети но ничего не выстрела. дали с него. У меня там довольно много лута. Вот это Ближе отдача, вот не это я понимаю. заберем его. Доставай гранатомет, расчехляй. Ау-ау! А! Так, все, выстрелов больше нет. Мне кажется, у нас Как тут патроны обычно. закончатся. Сейчас побежим лутать патроны. Засылаем гранату и лутаемся. Упрямый дуб, силовое оружие. О боже, да. Как звучит? По названию уже было все понятно. Это оружие мечты. Да что ж ты меня режешь? Ролляк тоже. Во. Слушай, они там не Не, кончаются. вообще Что-то... реально заканчивается, по-моему. Надо быстрее хватать эту штуку, короче, смотреть, куда нам квест покажет. Я думаю, сюда и покажет. Кто побежит? Давай я. У меня есть стрейл Давай. быстренький. Я тебя прикрою с гранатомета. Так перезаряжу. Приступить к игре, 3 часа еще крутится. Порядок, добрым. Что дальше? Помоги мне разнести. У тебя идет квест? Мы передаем Да. сигнал беженцам Топ. из города, чтобы сообщить им, что на ферме они будут в безопасности. Надо сделать так, чтобы его Ну услышали. еще корабль Еще прилетел. Размести несколько Блин, усилителей там столько сигнала по лута. всей территории,
Но если я пойду за ним, я половину подобрал. Драконов он забрал. Я готов. Я поубивал половину. Давай, беги, Джек. И Джек упал. Какая была идея. Кстати, точка действительно прям тут, где они стоят, у меня показывается. Я тебя понял. Так, я просто точку не совсем вижу в этой каше. А теперь точка показывается вообще в другой стороне. Слушай, ты дичь. Пойдем направо за мной. Я закинул, меня убили. Какой-то парень где-то умер. Я думаю, что для этого места надо немного прокачаться, возможно, но это не точно. Я уровень получил. А я прямо у точки стою, слушай. Че, тут что ли? Я оказался в каком-то бункере. Какого да, устанавливал хрена? Маяк. Я воткнул маяк. Похоже, сигнал уже усилен. Отличное место спауна. Просто замечательно. Так, подожди. Тебе идет еще одна группа. Мне вот интересно, их действительно должно быть так много или так много из-за того, что здесь много игроков? Ну, типа сбалансировано. Я думаю, игра сломана. Плохая игра просто. А. Чё вообще происходит? У меня супер готов. Здесь вообще какой-то адский сатана пришел. Уничтожено фанатичных вандалов 3 из 4. Нам еще вандала надо убить. Ты знаешь, как эти вандалы выглядят? Как вот этот адский сатана? Желтенький, наверное. А, вот, ты сделал. Вернее, этот товарищ сделал за нас. Найти открытое место, пора домой. Так. Джек, найди открытое место, где нет врагов. Вон туда вон куда-то надо бежать. Я понял. Он еще и выжил после ножа. Так, быстрее, быстрее, с дороги оттуда. Быстрее давай. Просто. Слышь, мы хотя бы туда бежим? Ну, по карте вроде показывает, кто упал. Ты упал? Не-не-не, это я не стрейфейс. Воскресить можно было пацана, но он слишком далеко. Да, он там где-то далеко появился. Это его вина была. У нас в асфальте было. О, пойдем медленно. Когда-то здесь было так спокойно. Это первые падшие, которых я увидела после нападения Кабал. Зачишка. Как похоже на город. Вы пытались избавиться от дрэгов навсегда. Ясно. Ради нашей же безопасности. Животное. Да? Знаешь, есть такое. Слышь, у тебя снайпер какая-то прикольная. Уйти. С высокими стенами и множеством охранников. Угадай, как оно называется. Вот садится также на низ. Сурая, несмотря на твои проблемы. А, ты вон. Мне не кажется, что город был для людей тюрьмой. Я просто к тому, что на ферме нет. Постапокалипсис и Джол разговаривает. Уходить, когда захочется. Ну да. Давай сделаем так, чтобы сюда мог прийти любой. Хорошо, страж? Так, сейчас, секунду. Хорошо. Так. Примерно такая же, как у меня. Короче, мне что-то крутое дали. Так, а вон мы подходим уже к этому открытому месту. Не, постапокалипсис реально тема. Ну, то есть, да. Здесь он сделал. Смотря, там что-то мигает. Загляну-ка я туда. На секундочку. Давай, напарник, загляни. А, я так прикрываю. Это мигающая лампа. Вот что мигает. Все, атмосферный проход закончился. Ну, я подумал, туда может попасть можно. Типа реально как вот локация из Last of Us. Ага. О, мы с тобой попали в сюжетное место. Ну, то есть тут кроме нас никого не будет. Усилит сигнал. Вот пока мы его будем усиливать, нам сейчас будет нападать. Да, но мы легко, легко сдержим эту угрозу. Так, я ставлю. Он так смачно прям маяк втыкивает. Ну, смачно втыкивает, да. Держу пари, они понаставили тут глушилок. О боже мой, сейчас опять какая-то херня про... Ой, мамочки, что происходит? Это что? Это их корабль стелсовый прилетел. Ага. Слушай, ну он же большой, он сейчас поломает все к чертовой матери. Надо убивать. Мероприятие по желанию обмен оружия. Я никому свою пушку не отдам, вы чё? Или это мне кто-то будет давать? Ну, обмен это, как правило, равноценный. То есть,
Ты даешь, нет, тебе дают. Мне дают, а я не даю ничего. Я трачу супер крутые патроны, чтобы каким-то странным врагам стрелять. Я все правильно делаю? Они даже опциональные, по-моему. Так, вылазим, вылазим по одному. Устранить помехи падших, уничтожен глушащих устройств 0 из 3. Пойдем искать. Так, ну один из них где-то поблизости. Так, время идет по ивенту, но это дополнительный, он не сильно нужен нам. Да, нам нужно что-то сделать. Слышь, может нам сюда? Подожди. Давай я в здание справа зайду. Это что было такое? Какой-то стрёмный товарищ. Здание. Я пришел. Нам сюда, Джек. О, я сундук какой-то нашел. Здесь глушилка. Сундук нашел. Я здесь тоже сундук нашел, Джек. Но он реально крутой. Но мой там еще крутой. Золотой пистолет дали мне. А, ясно, золотой ясно. Пистолет. Мне дали просто эмблему. Так. Как эту штуку выключить? Чтоб я знал. Ясно. А как ты туда попал? Я шел по карте, на самом деле. Мне это помогло. Так, один из трех уничтожен, остальные на радаре не отображаются, поэтому надо, наверное, тупо... А, во, когда выходишь, оно постепенно... Ау. Я, это наверное, нашел сундук, который нашел ты. Но да, я не уверен. Там инграмма, больше ничего нет. Угу. У меня, по крайней мере. Вы эти прилетели на машинках. Ребята. Ребята, пацаны. Слышь, ну машинку-то надо будет отобрать. Интересно, главный герой здесь умеет, как этот? Да я думаю, что да. Мастер Чиф. Брать Мастер и выдергивать. Чиф. Так, о. Бежи. О, я сбил. Ясно. Найди мне одно. Я пока атмосферно покажу. Готово, готово. Бери одну там. Ой, да. Я поломал немного. Угу. Твою тоже поломали. Ну, только потому, что моя тоже сломана. Ну, чтобы, в общем, не завидно было. Он бежит. Ну, я же хотел ее забрать. Ладно. Она плохая. По карте примерно назад нужно идти. По карте? Ага. Я лечу в какой-то туннель. Подожди, не, где она есть? Нам куда-то... А, она вот в этом здании. Я мертв. Ты, в смысле, ты спрыгнул туда и убился? Да, я в какой-то туннель поехал, и все закончилось плохо. Ага, ясно, ясно. Я вообще не удивлен, Джек. В следующую секунду врезаюсь в стену с грохотом. Я делал это абсолютно случайно. Мне интересно, тут будут мертвые гости заныканы? Я думаю, что... Так, я нашел эту глушилку, она внизу находится. Да как ты нашел? Я тут ходил, ничего не видел. Я только лут тут видел, я его взял и ушел. Ага, так смотрел. Так, мне дали новый торс. И он крутой. Ага. Вон там мотоцикл, можешь взять его сына. И руки. Катайся на здоровье. И голова. Только не пьяным. Хорошо, не буду. Так, не буду, я возьму себе. Хорошо, хорошо. Вот в третьем доме наверняка, раз тут три дома, в третьем вот наверняка просто будет эта штука. Я просто с этого времени пробегал, вообще ничего не понял. Потом что-то поактивировал, что-то прошел. Все нормально, у нас есть еще один глушитель, но я думаю, что... Ты же его все равно не найдешь, да? Ну, может, конечно, понадеяться. Так, ищем. Ищем. А ты по карте не сможешь? Ну, у меня просто бой там открывать карту долго. А, это было, может, красиво. Это глушитель. Это был он? А, возможно, это да. Это был он, да. Помех нет. Неплохо. Слышь, там такое озеро. Так, а нам было координат. А, там кое-что оставила. О, пойдем. Какая стреляет. Посуда, которую я не домыла. Удачи.
Нам нужна летающая штука, вон там есть твоя. Я в ней сяду, пожалуй. Давай. Просто разбитая вся. Техосмотр пройди. Так. За меня. А, нам в другую сторону, кстати. Да. Вот сюда вот дорога, я тебя буду ждать. А, я понял, да. Указатель, точно. Ну ты можешь там взять, пока расскажешь, что есть. А там я такой... Что-то. Ого, далеко. Тебя сзади стрелять. Угу. Здесь эти глушители сигнала тоже висят, но я их уничтожу, у меня тут ничего... Ой. Господи, что это было? Я за зону чуть не вылетел. Джек и мотоцикл. Угу. Граубюнден какой-то. А чё у меня все норм, я летаю. Так, я под мостом. Здесь враги. Нам нужно по мосту пройти. Я тебя понял. Мы почти у цели. Ты уверен? Там остались припасы. Ну да, я почти у цели на мосту, а ты под мостом. Припасы для фермы? Для города. Ух ты, здесь такая плотина большая. Ты вообще видел, что мы на плотине? А это плотина? А, вот, смотри. Плотина. Да, я посмотрю на тебя на этом мотоцикле, ты на нем выглядишь как женщина на мотоцикле, то есть типично. Ой. Ясно. Стрёмный мотоцикл, конечно. Да и маска у тебя. Так ты его разбил, конечно, стрёмно. Так это ты его разбил. Слушай, ты можешь вот об этот, видишь там деревья слева? А смогу ли я запрыгнуть в вагончик? Нет. А там просто этот был. Пойдем. Вагончик. Не получилось. Все хорошо. Вагончик был, я хотел прыгнуть в вагончик. Хорошо. Да если бы пролетел насквозь, это было бы эпично. Нет, Джек, это не было бы эпично. Ну ладно, это хотя бы было неплохо. Тишина. Так, лагерь Пилигрима. Слышь, мы уже идем по этим координатам. О, смотри, танк. И это всего лишь какой-то доп-квестик. Угу. А мы уже вон куда ушли. Там они там цвели, ну, что ли? Ого. Плохие новости, Хоторн. Здесь падшие. Ладно, забудь о припасах. А по-моему, там, кстати, были небольшие такие дополнительные миссии ежедневные. Точнее, не ежедневные, ты их там ставишь, да, и типа... Сделать 30 критов в голову, там... Отстрелить какие-нибудь руки, ноги и прочее. Это было довольно прикольно. То есть ты, помимо того, что миссию выполняешь и просто так проходишь, еще и доп. Задачи какие-то делаешь. Я не помню, но возможно, да. Забавно. Короче, этот. Я, короче, пока ты рассказывал, такой смотрю, куча врагов спереди. Думаю, надо вон у Джека снайперка. Надо, чтобы он по стелсу их расстрелял. Потом ты так интересно рассказываешь. Я такой думаю, ну да, ему договориться сначала, а потом скажу. И следующий кадр. Я, короче, смотрю, ты. Бежишь и такой, сдохните вот тут. Ну, я типа, это просто секунду прошло. Район чист. Так, район чист. Это ненадолго. Падшие не любят, когда их лишают хорошей добычи. Скоро их тут будет очень много. Я устанавливаю маяк. Тогда окажите давай. Последнюю услугу. Поставьте. Все, короче, началась жесть. Ага. Возрождение, короче. Готово, все. Я был готов. Я супер на сильных врагов ставлю. Которые придут в конце. Хорошо. Нам я нужно уничтожить все подкрепления падших, среди прочего. То есть мы это сделаем, и мы будем неплохи. Бочки, кстати, пока не взрывай. Хорошо. Но потом оставим. Хотя, так, а нам место нужно защищать. Да я думаю, под конец придет злой враг, но у меня есть... 19% уничтожили. Смотри, если мы будем держаться здесь, то я сюда делаю вот такую штуку. И ты находишься в круге, в котором тебя хилит потихоньку, понимаешь? О, прикольно, нравится. Да, еще быстрее у меня видео обработал, чтобы я по нормальному целиться мог. Меня уже бесит. Ну, типа, я по-нормальному, просто мне некрасиво. То есть все немного дергано, чуть-чуть буквально. Подлетел глаз. О, глаз. Ну, кстати, я тут проще, чем тот, который там был. Да, тот конченый был. Ой, бочка поехала. А мне не поехало. Я думаю, ты врешь. Убили. Справа наверное. Еще подходит.
Вот это они попадали. Ох, это был хороший выстрел. Энграмка выпала, надо будет нам забрать. 76% готово. О, сверху спрыгивают враги. Вижу. Но это даже не сложно, я даже ульту не применяю, потому что какой смысл? Ну пока нет. Мне кажется, сейчас прям в самый конец могут кинуть сильного врага. Уже 90%. Да. Вон, прилетело спереди еще одна. Ну-ка. Я даже снайперку потрачу на них. А, не, все, нет. Удручен. Ничего особенного. Если ты их рассердила. Ну, может, это типа начальная миссия для новичков, знаешь, те, кто вообще прям первый раз играет. Ну да, ты помнишь миссии на эксперте? А, нет, пришел огромный мужик, блин. Смотри, смотри, смотри. Все, забей, забей, что мы говорили, это здоровый мужик. Сколько у него? Слушай, ну как он перемещается, я по нему один раз попал, но я ему половину снес. Делаю дела. Давай. Хорошо. Он передумал, он больше не будет. Вот так еще буду делать. И вот так еще буду делать. Еще вот так буду делать. Эта земля заслужила. Меня, да. Одна земля оружие дали. Сурая хочет сказать спасибо. О, сам простой револьвер. Смотри, что мне дали. О, клево. Я говорю, пушки здесь очень клевые. Угу. Такие ничего. Прям такие красивенькие такие. Такие няшные. Снайперка новая. У тебя и снайперка новая есть. Слышь, да. Ну у меня и старая такая, типа, я ей просто особо не пользовался. 52 урона. А, прикольно. У меня точно такая же, по-моему, да? Не, у меня 54. Ясно, короче, понятно. У меня 8830 денег. Хорошо. Так, нам с тобой... Что ты предлагаешь? А, ты богат? Я богат, да. А что по карте? Куда-то еще можно идти дальше? Я вообще хрен знает, где мы есть. Мы ушли в какое-то далекое место. В самом низу. Ага. В самом лагере пилигрима. Там есть обычное снаряжение, награда за доп. Мероприятие и плохой прием. Квест. Прямо у моста. Окей. И опорная база АИД, кстати, тут действительно. Подожди, это та самая миссия, которую мы только что сделали. Я бы пошел на основную сюжетку, честно говоря. Да, давай. Слушай, но мне бы тачка не помешала. Почему они не дают нам эти тачки? Придет спешим идти. Да. Ну, только наверное, этот... будет какой-нибудь квест. Тогда же тоже не сразу давали. Ага, слушай, тут столько патронов лежит. Ого, тут еще и лут лежит. А, это не лут. Это тоже патроны. Что такое сумерсвет? О, смотри, здесь штуки, которые смотри, можно подбирать. Я выключил какую-то штуку. Там какая-то светящая штука была, я ее выключил. Это что такое? Ясно. Здесь предмет для крафта какой-то. Ты подобрал взял, кристалл? Ага. Прикинь. Ну его хотя бы хорошо видно, потому что до этого, я помню, в первой части какую-то траву бегал, собирал, она такая была. Угу. Железная трава какая-то. Да-да-да-да-да. О, вот и что ты выключил? Хочу взять. Шняжная. Из Mass Effect. Mass Effect не шняжный. И пушки та же. Не, больше тут ничего нет. Хотя он там какой-то этот. Нет. Симпатично тут у вас. Ну, так, пойдем, ну пойдем. Потом, следующий квест, но... О, я тоже отключил эту хрень. О, я теперь могу и включить. А, я просто могу и включить, и выключить. В чем что смысл? Ну, о боже. Прощай. А, да-да-да, фонарик. Пока. Ты уже легко. Круто. Я так хотел, это просто показываю. А я сейчас такой, раз-раз такой, стрейф. Оп. Угу. Ну, у меня, понимаешь, у меня хотя бы скилл какой-то полезный. Да-да, я просто других. Помогу увернуться и все. Ну и вон гранат скинуть. А, у тебя зато красиво. О, смотри, какой тоннель. Yes. О боже. А, ну ты сможешь подняться. Не забывайте заходить в магазин gtoy.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.